Всем привет, с вами Екатерина Олейник, и сегодня я для вас подготовила обзор новой коллекции от Фабрика Декора Space Adventure. Эта коллекция идеально подойдет для создания работ про маленьких мечтателей. В нее входит набор двухсторонней бумаги двух размеров, чипборд, наборы фишек, листы для раскрашивания и наборы открыток. В набор бумаги размером 35 на 35 сантиметров входит 10 двухсторонних листов. Плотность бумаги 200 грамм на метр. На обратной стороне обложки расположены иллюстрации для вырезания. Вот такие милые НЛОшки стали главными героями коллекции. Всего в наборе 10 дизайнов, и каждый дизайн повторяется дважды. Несложно выделить какой-то лист, каждый из них уникально оригинальный, а космические жители и их корабли просто великолепно дополняют их. Здесь вы найдете и более светлые, и более темные фоны, а это значит, что ваша фантазия здесь не имеет границ, в общем, есть где разгуляться. Как и ранее говорила, бумага представлена в двух размерах – 35 на 35 и 20 на 20 сантиметров. Наборы совершенно одинаковые, только плотность бумаги набора 20 на 20 сантиметров – 160 грамм на метр, и она идеально подходит для создания мини-альбомов. В коллекцию также входят 4 набора фишек, по 4 фишки в каждом. Чипборд представлен в 5 разных наборах. Помимо милых НЛОшек, вы найдете слова или фразы на двух языках. И еще один приятный бонус вы получаете вместе с набором бумаги 35 на 35. Это карточки и теги. Они представлены также в двух языках. Все слова и фразы на них по-настоящему мотивируют на приключения. Ну и, конечно же, не остались без внимания любители пораскрашивать, так как в коллекцию входят листы и 2 набора для создания открыток для раскрашивания маркерами или аквачернилами. Но как же можно обойти стороной другие товары от Фабрики Декор? Разнообразные шнурки с бомбончиками, наборы для декорирования, цветной картон и, конечно же, пудры для эмбоссинга. И на этом список не заканчивается. Загляните в магазин, и вы обязательно подберете все нужные материалы для создания вашего космического шедевра. Все ссылки на показанные материалы вы найдете в описании под видео. Из этой замечательной коллекции я создала мини-альбом. На обложке мне хотелось показать движение звезд, и шейкер окошка идеально подошло для этого. Сам альбом закрывается на магниты. Размер альбомчика вышел 13 на 16 сантиметров. В альбоме 4 разворота или 8 страниц.
Каждая страничка имеет потайной карман, в который будут храниться рисунки и фотографии. Вот таким вышел мой мини-альбомчик. И качество бумаги, и дизайн меня, как всегда, очень порадовало. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал. И спасибо за просмотр!